Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня 11 января. Пост закончился, а тыква нет. Вот так хорошо сохранилась тыква волжская серая. Вес у нее 2,5-3 килограмма. Хранится она прекрасно. Чем дольше хранится, тем больше набирает витаминов и сахаров. О выращивании мы сегодня говорить точно не будем, а вот о хранении два слова сказать надо. Где и как я могла сохранить такую тыкву? Во-первых, ее нужно убрать с сухой плодоножкой. Это очень важно. И хранится она у меня в сухом и проветриваемом помещении, в комнате. Напротив балкона. Это самое лучшее место для хранения тыквы. Не на шкафах, не в ящиках. Балкон зачастую открыт. Ну, теперь о семенах. Я наконец-то купила семена. Тыква здесь не вся. Еще там есть тыква под названием цукат. Прекрасно хранится, вкусная. Ароматная, как дыня. Если не определились с выбором, пусть одним из сортов будет вот такая тыква. Цукат. Вот такая ароматная. Вкусная тыква. Прошлый год я сажала тыкву волжская серая и цукат. Этой тыквой я очень довольна. Волжскую серую вам показала, цукат тоже. Нынче я буду повторять и ту, и другую, но еще подкупила других семян тыквы. Очень важно, плетистая тыква или кустовая. Если места много, можно и плетистую. А если не очень места много, лучше кустовую. Я всегда покупаю одну из тыков сероплодную, потому что она очень хорошо хранится. Лучше, чем оранжевые тыквы. Внутри она тоже оранжевая. И такие попались названия. Тыква-крошка. Вес 2-3 килограмма. Меня это очень устраивает. Нынче была одна тыква 8 килограмм. Ну, это что-то. Пришлось ее положить в морозилку. Эта тыква среднеспелая, кустовая, ну и очень полезная. Еще я буду сажать тыкву-матрешка от фирмы Гавриш. Эта тыква тоже 1,8, 2,4. Тоже не очень крупная. Кустовая, засухоустойчивая. И еще вот такую. Тыква-плюшка. Скороспелая. До 1,5 килограмма вес. Мякоть оранжевая. Еще буду сажать вот такую тыкву. Все три сорта кустовые, а это плетистая. И напоследок рецепт запекания тыквы от меня. Да тут и нет никакого рецепта. Я блюдо смазываю растительным маслом слегка, укладываю тыкву, нарезанную произвольными кусочками, и ставлю в духовку. Ну, минут на 15, не больше. Я тыкву ем и в сыром виде, поэтому для меня большого значения не имеет, чтобы она там очень хорошо пропеклась. Не солю, не добавляю сахара, потому что тыква вкусная, сладкая, ароматная. И на этом всем до новых встреч!